Южной Осетии идет эвакуация жителей из поселков, расположенных вблизи административной границы с Грузией. В первую очередь зону конфликта покидают женщины и дети. Их на автобусах вывозят в соседнюю Северную Осетию. Но такие меры власти республики пошли в связи с резким обострением обстановки. Этой ночью несколько южноосетинских сел вновь подверглись обстрелу со стороны Грузии. Огонь велся по милицейским постам и жилым кварталам. Были выведены из строя линии электропередач, из-за чего ряд населенных пунктов остался без света. В Синвале сообщили, что грузинские военные не подпустили к месту аварии ремонтную бригаду. По сведениям южно-осетинской стороны, Грузия сейчас стягивает войска к границе с республикой. Туда выдвинулся артиллерийский дивизион и две минометные батареи. В Тбилиси эту информацию не комментируют. Там заявили, что готовы к прямым переговорам с Синвали. Тем временем в Владикавказе в эти минуты проходит митинг в поддержку Южной Осетии. На центральной площади города собрались несколько тысяч человек. Они намерены принять обращение к народам Северного Кавказа в связи с последними событиями.